Добро пожаловать в Альтбир, это программа «Казар». Сегодня мы заглянули в шоу-ресторан «Альтбир». Здесь благотворительный вечер, который называется «Доброе сердце». 20% от выручки «Альтбир» обещает центру для детей-сирот «Гармония». Друзья, хочу вам представить Аллу Александровну, директора центра для детей-сирот «Гармония». Спасибо огромное, что вы нас приглашаете. Дети очень довольны. Это огромное счастье. Очень был удивлен сегодня, когда увидел твой номер. Вот смотришь на тебя, ты маленький, худенький, а так бросал эти гири. Сколько килограмм? Каждая гиря по 16 килограмм. Долго ты занимаешься этим делом? Занимаюсь около 10 лет. И сразу взял вот эти 16 килограмм, целую пудовую гирю и подкинул, да? Мы начали с гирек, с весов, знаете, вот так. Да, вот эти 100 грамм весы, которые ставятся. Вот я сначала их начал подбрасывать, жонглировать, а потом больше и больше и больше. И вот так. Дорос до 16 килограмм. Сегодня в гостях в шоу-ресторане «Альтбир» шоу-балет BTS! У нас сегодня благотворительный вечер, он проходит каждый год специально для центра «Гармония». Как часто вы участвуете в благотворительных концертах, выступлениях? Скажем так, для нашего коллектива это уже второй раз участия в таких мероприятиях, и мы с удовольствием согласились здесь участвовать, и надеемся, это будет далеко не последний раз, когда мы будем дарить счастье детям, которые сегодня присутствуют с нами. С утра было такое настроение у всех, и вдруг, когда они узнали, вот, что мы едем в Альтбир, у всех было прекрасное настроение, и сейчас все дети улыбаются. Это самое большое счастье для детей, и вообще видеть, когда эти дети несчастной судьбой могут улыбаться. Наверное, нужно сказать вам, людям, которые посвящают этим детям свою жизнь. Спасибо огромное. Часто участвуешь в благотворительных концертах, вечерах? Ну, не скажу, чтобы часто, но время от времени принимаю участие. Я тебе скажу, чаще, выступай чаще, потому что чем больше ты отдаешь добра, тем больше к тебе возвращается. О, будь добр, пусть добро живет в твоем сердце. Огромное количество шоу-балетов, живой звук, специально приглашенные вокалисты и море юмора и смеха. Все это на вечеринке месяца 20 мая в шоу-ресторане «Альтбир».